выражение дня. Набор «Кулинарное трио» – удивительный набор на все случаи жизни. Чтобы готовить быстро, чтобы готовить много, чтобы готовить вкусно. И да, в нашей рубрике тоже есть самая выгодная цена, которая действует только сегодня. Олег Сотников – повар со стажем 27 лет. Да. Он познакомит нас с этой посудой и расскажет, да, почему ее выбрал. Слушай, ты знаешь, объясняю. Давай. Целый комплект. Ты знаешь, Ань, вот я всегда поражаюсь, когда практически вам ничего не нужно докупать. Вы получаете в комплекте великолепный сотейник, жаровню, сковорода, которая идет вместе с крышкой, специально жаропрочного стекла. Она очень функциональна. Вы получаете мини-сковородочку, которая позволит вам приготовить либо яичницу, либо какой-то омлет, либо приготовить здесь яйца, колбасу и так далее. И вы в комплекте, пойдемте со мной, получаете великолепную форму для запекания. То есть, кстати, три элемента. Сковорода. Четыре крышечка еще. Да, сковорода, жаровня, мини-сковородочка. И самое главное, вы получаете прекрасную форму для запекания, которая позволит вам приготовить куличи. Вы понимаете, что скоро вам понадобится вот эта вещь. А это в комплект. Кстати, ты знаешь, я что услышал? Некоторые, но это не наши телезрители, некоторые люди выпекают еще в банках жестяных. А здесь вы будете выпекать в форме. Но самое главное, вы посмотрите. Наша прекрасная форма полностью выполнена из углеродистой стали. Ой, вернее, сделана из листового алюминия, который очень быстро нагревается. Мы экономим время приготовления. Плюс здесь очень качественное антипригарное покрытие на основе минеральных компонентов. Вот ну мой любимый кулич, цукатный. Ай, горячий. Осторожно, а как он получился у тебя такой пружинистый, вот прям, да, потрясающий. Ну попробуешь? Ну давай, ну, давай, подожди, только извините. Только чтобы остыло, а то будет не кипяток. Нет, нет, ну как? Как я тебе могу кипяток дать? Да, я тебе через вилку дам. Давай, вот так вот. Горячий, так, давай, просто. Я буду пробовать. Да. И ты будешь пробовать и рассказывать телезрителям, что они получают. С удовольствием, потому что вы получаете сегодня идеальный комплект. Это цена, которая действует только сегодня. В комплекте 4 предмета. Я вам сейчас все покажу и расскажу. Но сначала я, конечно... Попробую. Ой, вот я, кстати, ненавижу так, изюм в куличах, а вот мак или цукаты. Знаешь, я бы, знаешь, вот так вот маслом бы намазывал шоколадной пастой, а просто бы. Да ладно, иди рассказывай. Пойдем же, что получает. Это я потом зрители. Пойдемте. Я тебе, подожди, отдать Артуру. Артур просит. Подожди, сейчас. Кофе давай. Забрал у нас Артур, кулич забирает. Половину, он забирает. Все, иди рассказывай, да? Что. Иди рассказывай, что теле. А я пойду рассказывать про комплект, чтобы у вас получалась такая выпечка. Кстати, скоро Ай, Пасха. Не слабай. А, разломал все. И не боится, да, кипятка-то, да? Горячего. Смотрите, вы получаете вот такой шикарный комплект. В комплекте у нас с вами есть сковорода, она же жаровня, 14 сантиметров с крышкой. То есть можно использовать и как сковороду, и как жаровню. Форма для выпечки, которая 18 сантиметров в диаметре, вот вам Олег показывал. Не только куличи, вы можете тортик небольшой на маленький праздник какой-то семейный испечь. Такие торты, кстати, очень популярны по диаметру. А вот это моя любовь, вы смотрите. 14 сантиметров, вот такая крошечка. Одно-два яйца, приготовить маленький завтрак, красивую подачу, как в ресторане, порадовать себя, да, и своих родных. И вы получаете в итоге 4 предмета. Сковорода, жаровня и форма для выпечки, и крышка за 999 рублей. То есть один предмет вам обойдется менее 250 рублей. Я вот о такой малышке давно мечтала. И могу сказать вам, что я купила себе только малышку за 650 рублей. Да. Поэтому сегодня у нас самая настоящая выгода комплекта. Итак, давай поговорим о выгоде комплекта. Что это такое и для чего каждый предмет нужен? Друзья мои, ну давайте вот просто абстрагируемся вообще. Вот походим по магазинам. Вы отдельно, когда приобретаете форму для запекания, вы тратите деньги. Сковородку вы тратите, жаровню, сковородку. Я малышка за 600 рублей. То же самое. Смотрите, вы целый комплект, отечественный производитель, компания «Жарко». Смотрите, вы в комплекте получаете и жаровню, которая позволит вам не только пожарить, но и потушить. Рыба прекрасная под маринадом. Сковородочка маленькая, позволит вам приготовить порционно, например, колбасу вот так вот красиво подать, или яичницу. А форма для запекания выпекать. Это очень важно. Теперь это давайте... Рыбка, что? Ну, да, сейчас рыба под маринадом. Ты знаешь, я очень люблю рыбу под маринадом. Вот, мне, знаешь, мне личку пишут в социальных сетях. А какое ваше любимое блюдо? Я говорю, жареная картошка и картофельное пюре. Особенно люблю картофельное пюре с рыбой под маринадом. Рыба под маринадом реально мое любимое блюдо. Слушай, идеально. Ну, получается, такая жаровня, она же сковорода,
да. позволит приготовить вот что-то такое, типа рыбки или, допустим, кстати, голубки. Пожарить стейки ты можешь, да, все что угодно. Слушайте, но главное, давайте сейчас посмотрим на сам результат. Мы ничего не перетушили особенно. То есть у нас... мы обжарили сначала со всех сторон идеально корочку, потом обжарили все овощи, сверху положили и потушили, закрыв это крышкой. То есть, по сути, жаровню мы использовали очень хорошо и функционально. Вот так вот. Жаровня, это не просто жаровня, она же сковорода. И потушить, и пожарить, и что-то приготовить. Но у нас сегодня комплектация чудесная, потому что вы получаете и жаровню, вот сковороду, она, да. и форму для выпечки, и крышку стеклянную, и сковородку-малышку 14 сантиметров. 999 рублей, это цена, которая действует только сегодня. Такой цены на этот комплект не было, он всегда стоил дороже. Выгода сегодня 47%. Это праздничный день, вы его ждали, и мы предлагаем вам самые лучшие хиты. И давайте, кстати, насчет выгоды посчитаем. Давай. Вот у нас есть пример, потому что, правда, если вы отправитесь в магазин, да даже в интернет, у нас жаровня это почти 2000 рублей, любая сковорода это не менее 1500. Формы для выпечки от 1299 рублей только стартуют. То есть вот такой комплект в магазине вы бы отдали в районе 5000 рублей. Сегодня 999 рублей, и это идеальное решение. Слушай, ну вот ты готовил сегодня в этой форме вообще абсолютно все. Я у тебя вижу, тут и макароны по-флотски есть, да. и сосисочки. Но вот чтобы получить вот эту корочку... Да. Надо, чтобы посуда нагревалась быстро. Прежде всего, понимаю, совершенно да? ты правильно говоришь. Мы рассказали то, что вы получаете, наши телезрители получают целый комплект. Это очень важно, который, по сути, вам ничего не нужно докупать. То есть здесь можно и пожарить, и потушить это в жаровне. Сковородочки, в мини-сковородке можно сделать порционное блюдо. Теперь поговорим с вами о материале, из чего сделано. Что это такое? Листовой алюминий плюс дополнительно спиральное дно. Оно есть не только у сковородочки, но и жаровни, позволяет нам быстро очень прогреть. Плюс, закрыв крышку, мы можем потушить, то есть опять же ускорить процесс приготовления или расширить, ну, такой кулинарный функционал. Мне это очень удобно, потому что, смотрите, ну, согласитесь. И не прилипло, да? Да. А вот так идеально. Ну, вот сколько прошло, вот буквально несколько секунд, смотрите, друзья мои, а уже образуется корочка. Ну, во-первых, листовой алюминий гораздо быстрее нагревается, аккумулирует тепло, плюс, друзья мои, мне нравится то, что мы... И не пригорело, да? Ну да, и при этом не... Кстати, ты знаешь, что здесь же не содержит перфторактановой кислоты? Оно, я... Не успеваю сказать. 999 рублей успеваете. Успеваю сказать.